Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет. Чё? Привет. Давай заново. А чё тут? Да я не успел. Давай заново. Всем привет. Привет. Сегодня 5 сентября. Пока еще тепло стоит. Осталось тут уже 2 дня, по-моему. 23 градуса, где-то вот так вот, 22. Через 2 дня, точнее завтра уже ливень обещают. Не знаю. И потом уже что-то до плюс 14 температура падает. В общем, пока тепло. Хотим еще сгонять на рыбалку. Поедем сегодня на платный пруд. Рядышком тут недалеко вообще с нами есть. Можно сказать, в соседней деревне. Давно хотели туда съездить. Что? Я даже не представляю, что это такое. Ну да, на платном пруду мы ни разу не были. Вот. Ну там 2 пруда или пруда. В одном амур толстолоб, в другом карп, караси есть. Короче, ну не, даже это, не знаем, где рыбачить. Вот. Ну приедем сейчас, спросим, скажут, подскажут, наверное, думаем. Все? Поехали. Поехали. С нами едет Бимка. Бим. По-моему, вот второй раз уже. Он видит, что мы собираемся, он убегает в вольер. Он, по-моему, сам не хочет ехать никуда. Прячется. Прячется, ага. Ну, пусть сторожит дом. Поехали. Жирный такой. Реально, смотри, бочонок. Ну, к зиме готовится. Кошмар, что это? Старушка. Здрасте. К вам что, порыбать? Нет? Здрасте. Ну, я на самом деле воду всю остановил, как бы. Я думаю, сейчас перепад давления будет. Нигде, ни на одном, ни на втором. Ну, попробовать можно, вон там вон посидеть можно. Думаешь, ночевку с палаткой хотим? Я сам попробовал сети поставить, ни хера не могу поймать. Она, я знаю, что она здесь есть. Это где чок? Эти карп где? Ну, в основном толстолоб, беломор. Да. Да. Хотите? Ничего гарантировать не могу. Сразу предупреждаю. А как где вот остановить, чтобы палатку поставить? Вот, здесь, вот по этой вот дороге, да? Что по цене? Да я вот с такими ситуациями даже не знаю, что стандарту вам даже сейчас это, боюсь что-то считать. Стандарт это как? Ну, как я летом все считал. Ну вообще что?
Мы приехали рыбачить. Порыбачить, ну, приезжайте, с той стороны вставайте. Вообще 500 рублей с человека, я говорю, 500 рублей с человека до 3 килограмма. Это свыше 3 по 200 рублей каждый последующий килограмм. Угу. Потом на выезде вообще? Ну, да, лучше, наверное, на выезде. Сейчас посмотрим, что вы там. А то сейчас сигушек наловите. А там вот... что, только вот толстолопый амур или там тоже есть и карп? Вот этот? Нет, он есть. Перемешку. Вот, вот ловили только этот щуку. Щуку есть. И толстолобы здесь ловили. Толстолобы таких. Ну, самого большого вот такая ловили на 4 с копейками. А это на удочку что-нибудь? Карать такой берег. Конечно, я не знаю, ну там я сливаю сейчас заделаю. Ну, лучше, если что, на том озере попробовать. Ну там еще большая. Короче, смотри, чтобы не утащила удочку. Если толстолоб клюнет, уже были претенденты, у меня там уже удочки где-то на дне есть. Ловлю. Да. Короче, вот так объезжайте, там место выбираем и встаем, да? Да. На тарду едем, если тем более нашел. Холодно же. Думаю, ничего, в палатку. Да. Сейчас пока тепло еще. Смотрите, даже так этот, без отопления вон в помещении прохладненько здесь. Здесь там, народ, здесь никого нету там? Нет, там ничего. Ладно, поедем тогда. А, завтра встретимся. Проедь, да, ставь. Все вопросы. Набирай номер, есть? Ну, по которым звонил, да. Ну, там 3 шестерки какая-нибудь. Да, 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 да. Ладно. Я не заглушил. Не знаю. Что ты хочешь? Где? У тебя в ногах был. Приехали мы на место. Столько беседок, столько всяких этих. Огороженные зоны вот есть там с мангалами, со столиками, с лавочками. Никого кроме нас нету. Ну, там хозяин у него и это. Люди, короче, ведь сейчас воду сливают с пруда и не знает, поймаем мы что, не поймаем, потому что перепад давления. У него сеть стоит здесь. Он говорит, ничего что-то не ловится. Ну, короче, если поймаете, то поймайте. А так вроде рыба плещет. Ну, мы сюда подальше в краешек отъехали. Сейчас вот здесь в палатку поставим. Мангальчик. Хотя можно и там было остановиться. Там есть и мангалы, и столы, и лавочки. Туалет вон рядом есть. Туалетов много тут. Мусорные баки. Ну, и в целом чистенько. Да, чистенько, короче, классно. Давай быстрее, рыба ждет нас. Короче, сейчас раскладываем лагерь и начинаем рыбачить. Привет.
все разложилось. Кто разложил? Билка. Мы разложились. Уединение, конечно, тут не очень. Топором мужик махает, лупит. Закинули одну закидушку, я не знаю, ну как, на Амура. Вот такой здоровый поплавок на толстолобы, там насадка специальная, приманка. Ну, если он клюнет, то его, наверное, потащит. И просто на удочку закидываем. Пока только мелочь теребит все. Ее даже вытащить не можно. Глубина и холотом прошли метр всего лишь. Наверное, не то место выбрали. Ну, хотя плещется рыба, не знаю. Ну, посмотрим. А так сейчас вот мужик топором перестанет рубить, будет холост. Пошли полоточку. Здесь мангальчик поставили. Вечером шашлычки пожарим, как обычно. Ну и палаточка с раскладушечкой. Здесь будем спать. Не знаю, замерзнем, но еще не замерзнем. Ночью сейчас холодно. У палатки потери. Одна вот лямочка оторвалась сегодня. Слушай, как она натягивается. А, она у нас в тот раз оторвалась, просто я ее это привязал, она короче стала, видать, сейчас сильнее еще порвалась. Ой, фиг с ней, потом пришьем. Короче, сидим, рыбачим, отдыхаем. Все, дрова перестали рубить, наслаждаемся тишиной. Как что клюнет, то покажем. Тут чуть столько этих озер, я не знаю, почему нас сюда отправили. Мне кажется, там тоже должна быть рыба. Здесь еще. Она на том берегу, как всегда. Угу. Ну тут, говорит, и щука есть, и получается и окунь хищника тоже достаточно. Большой окунь. Большой. Ну, с первой рыбы тебе. Заглотил ты, слушай. Ёп, красота. Смотри. Окунь. Тут, короче, хищник один. Ну это хорошенький такой, да? Можно и забрать. Завтра тебе скажут, хорошенький или нет. Для нас хорошенький. 3 килограмма рыбы можно взять. Блин, захватил. Что-то в садке уже есть. Ветер поднял. Когда он то поднимается, то затихает. На такую снасть окунь. Клюнул. Тяжелая. Вот такая вот снасть на толстолоба, такой поплавочек. Маленький, однако. И вот этот вот прикорм такой, он как бы пылит, толстолоб сосет, и на крючках пенопласт. И он должен засосать крючок,
Ну, не знаю, хозяин сказал, ездит от Толстого. Посмотрим. Сейчас еще раз перезакинем. Ждем-с. Ждем-с. Не как на Сакмаре, конечно. На червяка сожрали. Хорошо там, где нас нет. Там и рыба водится. Там вон еще одного. Там круги такие большие расписаны. Ну, окунь есть, мы знаем. Окунь есть тут. Блин, ну глотает он, конечно. Короче, вот такая мелочь задал, блин. Зато быстро хватает. Красивенький. Красава. Вот такая вот здесь рыба. Окуня задал. Сейчас со спиннингом прошел и прям тык-тык в блесенку. Они тыкаются, вот эти мелкие, наверное. Выпускай. Выпускай. Да он еще неизвестно выживет, потому что они заглатывают по самой кукошке. Там вон там еще озеро. Почему нас туда не отправили? Ну вот покрупнее попался. Такого можно на уху забрать. Короче, рыбалка на окуней, да? Вот еще один окушок, более-менее нормальный. Но он уже это, не выживет. Рыбит красный. Тихо. У него кровище хлыщет. Красные плавники какие. Ну-ка, расправься. Ну что ты? С крючком в животе, наверное, не могу. Вот это он глотанул. Оставим. Вот этот паразит задалбливает на все удочки. Толстолоб. Толстолоб, ну он просто маленький. Ну видите, попался же. Вот это такой большой и большой. Снасть нужно. Просто еще не вырос. Ну, а ой, это и есть толстолоб, смотри. Ну, знает свое место. Маленький. У него, видишь, рот кверху, он же. Он водоросль жрет, он не донный. Ну реально это, наверное, толстолоб. Кто знает, говорите. Ты одну голову показал. А что еще? Ну рот кверху, он водорослями питается. Расти. Зови маму и папу.
А кто один на себе тащит такую большую? Пенопласт сожрали весь сюда. Куколка, конечно, ору. Я думаю, если такая рыбина клюнет, то мы сразу почувствуем. Ты пешком по воде побежишь. А что там, метр? Не так, не глубоко. Короче, вот этот вот окунь такой клюет. Ну, три более-менее поймали, с которых можно уху сварить. Сейчас пока потихоньку угли разожжем и шашлычок будем жарить. Пока ветра нету. И чтобы потом в темноте это делать. Поехали. Пока угольки у нас готовятся, нанизываем шашлычок. Как всегда, сейчас наделаем и будем два дня есть. Это же хорошо. Да. Шампурак тут написал, кривые. Ну, может, чуть-чуть и кривые. Этим шампурам лет больше, чем нам. На них вон цена 60 копеек написано. Еще ГОСТ. Даже видно. Что вы хотите от этого? Ну, летом реально. Это из забыленных родителей шампура. Их уже нету, а шампура. Все служит нам. Несправедливо. Вот там мужики рыбачат на другом озере. Колокольчик зазвенел, аж прям сердце ёкать начинает. У нас что-то ничего не звенит. Люди скажут, надоели уж со своими шашлыками, стейками. Ну а что мы еще пытаться? Ну да, нечего. Не БПшка же. Ждем, пока угли приготовятся, чтобы жарить. Народу, конечно, это, ну, вот это, я не знаю, как база, не база, работают, они тут поля сажают, там перцы, ну, короче, это овощи. С этого же пруда это все поливают, вот он говорил, что сегодня воду сливают, хотя что сейчас поливать-то они, наверное, просто воду сливают, но место прикольное. Угу. Пошли, пока угли горят, покажем, какие тут места. Только птичек на деревьях сидит, наверное. Деревья желтеют. Почему тут? Странно, всего сентябрь месяц начался. Вон там, я не знаю, где-то тут. Пристань такая, фонарики висят над водой. Тут, наверное, такое пати устраивают. И вот такие вот загончики. Ну, мы так понимаем, компания собираешься, и вот в этом загончике тусишь. Шиповник растет. Не рви чужую ягоду. Урна. Ну, это как место, наверное. Где можно отдыхать. Большую компанию за большим столом. Мангалы вон.
Ну, короче, мангал, вот лавочка, стол. Еще вон можно. Мы так поняли, купаются тут. Лесенка. Туалеты на каждом шагу. Потом вон даже вышка какая-то. Ну, наверное, спасатель сидит, смотрит, когда народу много. Короче, спусков в плоде много вот такими лестницами. Ну, мы так понимаем, летом тут купаются. И вот таких вот зон, вот раз, два, три. Там дальше беседки пошли. Там большие вообще беседки. Ну, мы по отзывам читали, сюда приезжают, вот компаниями отдыхают. Ну, все пишут, нравится. Длинный, 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 длинный стол. Я не понимаю, зачем ходить? Здесь следующая территория. А здесь мангала нет. А, есть. О, мангала. Есть. Деревья, заборчик. Лесенка. Ну. Входа нет. Вход есть. Есть? А, нет, лесенка тоже есть. Ну, есть. Вход. Ну, короче, они стандартные вот получаются. Три вот таких. Приехал машину, поставил здесь, расположился. И тусишь. Там есть этот, ну, типа пляж такой, прям заход в воду. С детьми там можно все это. Песочница. Туалет вон каждые 50 метров. Ну, под каждый этот. Какие 50 метров? Меньше. Меньше. Там вообще рядом. Ну, вот это вот, наверное, одна зона идет. А дальше вон беседки пошли. Беседки с мангалом. Пошли до беседы давить. Пошли. Пошли еще до беседы давить. О, арбуз. Арбуз тут не ел. Вот тут посиделки можно устроить. Вот просто беседка. Мангал. Ну, вот опять такие зоны пошли. Даже этот он какой. Дирижабль или какой-то. Катамаран. Купаться. Вон сколько этих спусков в воду. Здесь спуск в воду. Фонарики тут. Я представляю, как я там тут фонарик горит. Тут прикольно, наверное. А там уже беседки такие, это, ну, более как цивилизованные. Здесь по-дикому, так скажем. А там вон цивилизованное место. Детская площадка здесь есть. Площадки. Вот, ну и вот это тоже вот, в интернете читал. Что с детьми здесь очень плохо. И вон там типа как пляжик, заход в воду. Тоже, говорит, с детьми удобно. Пошли уже. А то мы... Пошли уже, и, есть хочется утром, там, только поели. Сторож там не остался, да? Димка все пометил. Такой закат. Ну, вот насос гудит только то, что воду качает. На камеру, наверное, еще сильнее будет слышно. А так, конечно, красота. Несмотря на то, что там люди разговаривают, как-то пофигу. Мужики там рыбачили. Ну, я так понял, вот эти местные. Вот где-то в том месте. И, наверное, ничего не поймали, ушли уже. Что там, готовилось? Можно жарить? Иду. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк – лучший мобильный банк.
Еще чуть-чуть ждем. И можно будет жарить. Не забыла, делает салат, помидорки с луком. Так, он очучук. Клюет только мелкий окунь. Шашлык почти готов. Все убрали в машину на случай, если ночью дождь пойдет. Сейчас столик туда занесем. И забыл, уже там сидит. Осталось стол поставить. Шашлык принеси. Ну, сейчас приготовится. Сидора вот эти убрали, удочку, ну как, сюда убрали, что они не в воде. Которую снасть на столобика новую закинули, вот эту вот, прикорм этот. Ну, пусть висит ночью, может, клюнет, колокольчик там повесили. Если удочку не утащит, то услышим, наверное, а может, не услышим. К ноге привязать там. У меня нет такого длинного шнура до палатки. Бип. Ну, да, полежать, поспать. Отдыхаешь. Уже темнеет. Насекомых не видать. Ни комаров, ни мушек, ничего нет. Все, шашлычки готовы. Выкладываем их сейчас. Все, в темноте жрем. Быстро, что-то темнее. Осень, однако. Время еще чуть-чуть, часов 9, наверное. Ну, ближе к 9, да. Ничего не сгорело, ты сейчас начнешь. Видно, что... Давай. Народ не поймет, что шампуры кривые, то шашлык сгорел, то сухой шашлык, то сырой шашлык. Ой, мы еще не знаем, что там про стейки напишут. Потому что видео еще не вышло. Но когда это видео выйдет, мы уже будем знать, что там напишут. Стейки были вкусные. Несмотря ни на что. А правильно, неправильно, научимся. Крышечка где? Вон в этой, накрой достаточно. Все у нас под крышей, если дождик пойдет, а то фиг знает. Синоптики вроде не обещали, но им верить нельзя. Мы перебазируемся в наш домик и будем там ужинать сейчас и спать. Прошу к столу. Спасибо. За отдых. Холодно становится. Тоже там. Сухой.
хуже не купим. Шашлык получился, во. Вкусный. Очередной раз он вкусный все-таки. Не сожгли, не сухой, все нормально. Вот сейчас мы доедаем. На сытый желудок ложимся спать. Время. Ой, еще даже 9 нет, без 5-9. Ну уже, уже темно. Темень вообще конкретная, короче. Поэтому всем приятного аппетита. Спокойной ночи. До завтра. Завтра посмотрим, что. Будем ловить опять окуней этих мелких. Ну вот, руку на это выше. Ну я не знаю, штук 20, наверное, сегодня их поймали точно. Ладно, всем до завтра. Всем доброе утро, 6 сентября, время 6 утра, холодно, температура 10 градусов на улице, спали отлично, утром тут и косули, слышал, Гав? Да. Косули гавкали, утка прилетала тут, ну и там начали люди сморкаться, кашлять, кряхтеть, умываться, наверное, я не знаю. Ну, короче, мы встали, сейчас закидываем удочки, чаек вскипятим горячим сейчас чайка, да? И ловим мелкого окуня. Одно развлечение. Да, поехали. Истеричка. Пищит, да? Ну то у нас истеричка. А это нормально. Завтрак. Прям интересно, что там можно. А бьется-то, блин, как будто я не знаю. Борется, кушать хочет, завтракать ладно, хочет. Ладно, хоть не маленький. Маленький. Ну, больше, чем которые были. Таких зимой половина. Милое дело. Рот, конечно, здоровый.
Смотри. Опа. Блин, блин, ты кого там ловишь? Ящерица. А может, мышь? Мышь она быстро ловит. О. Утренний улов. Она же как лиса мышкует вот так вот. Потом тут вечером полный шурка. Что это такое? Угу. Угу, угу. Такое вытащить. Прет на меня. Ничего себе. Ты смотри в речку, не это. Можно я возьму? Сейчас она обмажется им. Да блин. Вот это окунь. Лёш, поздравляю. Ну, я не знаю, такого не ловил окунь. Большого. Окуни? Ну, не помню. Такого большого вряд ли. Ну, ништяк. Хоть окуней наловим. Ну, прям поборолся. Прям удовольствие достал. Где толстолоб? Красота. Какой у нас спиннинг мог бы долбануть. Я думала, эти пеньки просто, ну, чтобы все сидеть на них, поэтому эти деревья пили. Не видно. Не видно.
Да. Еще один маленький толстолоб попался. Ну все, миссия выполнена. Ну, так понимаем, это малек толстолоба, потому что у него рот вот такой, как у толстолоба. Ну, он похож даже на него чем-то. Пускает, у него глаза увеличиваются. Двух толстолобов поймали. Как они выживают тут с этими окунями? Окуня, короче, мелкий дуром клюет. И обгладывают червяка, даже не шевелится удочка. Отпускаем только мелочь, все. У нас уже прикорм заканчивается. Поэтому скоро будем закругляться. Я и так потихоньку закругляюсь. Ты с 5 утра начинаешь закругляться. Складывать все потихоньку. Листочки на нас падают. Осень. Да. Что-то даже нет. Какая-то рыбка. Даже такая рыба тут есть. Мы уже думали, там обожрали. Все. Пахучая какая. Он что, на голый крючок? Поехали домой. Командир. Да у нас прикорм уже кончился. Ну как, разведенный кончился. Так-то есть, еще смысла не видим. Заряжать еще. На этого, на толстолоба тоже там уже заканчивается эта кормушка. Клюет мелкий окунь в основном. И два малька толстолоба. Хотя не знаю, почему толстолоб. Толстолоб траву ей стоит, на червяк ее. Может, и там ур. Давай собираемся, поехали. Чё сидишь? Бегу. Все, собрались. Время, наверное, 12 час где-то. Все чистенько. За собой все убрали. Мусор забрали, хоть тут и есть мусорные баки. Поможем улов людям. Улов небольшой. Окунь получился на 250 грамм, самый крупный. Ну, вот 4 окушка, короче. Ну, пожарить хватит нам. Мелочи немерено. Толстолобы, которого хотели поймать, не поймали. Ну, ничего. База это называется «Солнечный берег». Октябрьский район, село Каменка. Ну, место классное. Нам понравилось. Тебе понравилось? Угу. Летом, конечно, тут, наверное, народу пипец сколько, и так не уединишься отдельно. Вот. Но надо узнать, вот, что на тех озерах еще есть, там рыбы нет. Сейчас поедем, у хозяина спросим, и сколько он с нас денег возьмет, интересно, за этот улов. Так вообще стоит 500 рублей с человека в сутки. И 3 килограмма рыбы можно забирать. Свыше 3 килограмм, по-моему, каждый килограмм 200 рублей, что ли.
У тебя недовес. Недовес. Большой. Минус. Ну, поехали сейчас. До хозяина доедем. Там уже попрощаемся. Поехали. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Короче, хозяин Максим, ну, познакомились, ничего с нас не взял. Сказал, что вы там поймали. Очень его заинтересовало, что мы за маленьких вот этих двух рыбешек поймали. Ну, не знаю, с такой вот мордой. Вот, пишите в комментариях, кто знает, что это за рыба. Ну, если толстолоб, это удивительно, потому что, ну, в наших условиях он не плодится, толстолоб этот. А на большое озеро, которое мы показывали, не пускает в этом году, потому что туда запустили сазана, карпа, толстолоба тоже. И вот он подрасти должен, короче, и в следующем году туда будут пускать. Будет отличная рыбалка, говорит, там. Вот поэтому, ну, может, еще и в этом году съездим, ну, не знаю, вряд ли, наверное. Слышь, рыбалка. Там, где мы рыбачили, вот на этом озере, чуть, ну, как... Повыше? Нет, в этой стороне, он говорит, на вышку там встаешь, и прям видно, метровые эти толстолобы ходят. И он сетки на них ставит, они, говорит, их просто дыряют, и все мимо проходит. Открыли для себя еще одно новое место. Да, ну, самое главное, как бы разведку сделали боем, узнали, что за место, потому что давно хотели побывать там. Вот, для отдыха место классное, народ сюда много приезжает. Ну, мы по отзывам читали в Яндекс.Картах, отзывы нормальные все. Узнали, что за место, ладно, там рыбы чуть-чуть поймали, немного. В следующий раз много будет, да. Ну, отдохнули нормально, как бы, это... Классно. И ночью поспали, не напрягаясь, все отлично. Не замерзли ничего. Не замерзли ни капельки, да. Хоть и всего лишь плюс 10 было. Все, мы поехали домой. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока. Вовремя мы срубили. Только заехали в гараж, и сразу же дождь пошел. Так удачно.